На встречу с кандидатом в Госдуму от партии «Патриоты России» Геннадием Семигиным собрались около сотни человек. В основном спрашивали о низких зарплатах и пенсиях, плохих дорогах, высоких процентах по кредитам и плохой экологии. Я хочу спросить, вот в эти выходные были страшные выбросы химические. Вот почему нет очистных сооружений, почему ничего не делается столько лет? Кандидат в депутаты уверен, что решать многие проблемы в Красноярском крае надо и на региональном, и на федеральном уровнях. В том числе нужно вносить поправки в закон, чтобы 70% собираемых в регионе налогов не уходило в Москву. 50% денег должно остаться в регионе, 50% должно уйти в Москву. Это наша позиция. В регионах, где сложное социально-экономическое положение, 60% должно остаться в регионе, 40% должно уйти в Москву. Но тогда и деньги есть в крае, и в городе, и за эти деньги можно отремонтировать дороги, решить социальные вопросы, медицину и так далее. То есть этот принцип могут изменить депутаты. Они меняют закон, и меняется пропорция. В ближайшее время кандидат в депутаты побывают в железнодорожном районе, в больницах и поликлиниках, а также в некоторых селах края. Семигин пообещал ответить на все вопросы горожан и заявил, что постарается учесть все пожелания жителей в предвыборной кампании. Афонтова, новости.